Экс-директор управляющей компании «Авангард» предстанет перед судом. Расследование уголовного дела завершено. Напомню, Татьяне Мухиной предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями». По версии следствия, занимая пост директора управляющей организации, она не рассчитывалась с поставщиками ресурсов, хотя деньги за потребленные коммунальные услуги жильцы «Авангарду» перечисляли. Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передадут в суд. Сама Татьяна Мухина, к слову, вину не признает.